Тамбове прошел открытый городской фестиваль по брейк-дансу. Несмотря на популярность этого танцевального стиля, в областном центре соревнования среди сильнейших исполнителей проходят всего второй раз, но обещают стать традиционными. В особенностях хип-хоп-культуры разбиралась Алла Лаврененко. Со стороны происходящее напоминает уличную разборку. Только в ход идут не кулаки, а умение владеть своим телом. Так проходит городской фестиваль по брейк-дансу. Участники, сами себя они называют бибои, демонстрируют отличную физическую подготовку и спорят с законами физики, сохраняя равновесие в немыслимых позах. Команда Boogie Label, мэтры тамбовского брейкданса в прямом смысле слова сделали себя сами. Что-то учили по фильмам, что-то придумывали самостоятельно, затем набирались опыта на семинарах и различных конкурсах. Многократные победители и призеры многих фестивалей теперь открыли собственную школу и передают опыт молодым. Мы пытаемся дать толчок вперед, вверх молодым бибоям, бигерл, тем же самым девчонкам. Вот. Ну и поднимать это немного. Что умеем, своим преподаем им. Они поднимаются, и мы тоже поднимаемся. Никита брейк-дансом занимается по настоянию мамы. И несмотря на то, что в группу пришел всего полгода назад, уже успел принять участие в нескольких соревнованиях. Здесь он с друзьями сражается с соперниками куда старше себя. Но начинающих бибоев это не смущает. Придет время, и мы им покажем, уверены мальчишки. За смелость самым юным участникам фестиваля организаторы предусмотрели специальные призы. А победу в батл 3-3 одержала команда Boogie Label. Объединенная сборная Мичуринска и Чаплыгина Липецкой области на третьем месте. Алла Лаврененко, Владимир Крынкин, Вести, Тамбов.